Ленинградская область получила деньги на ремонт и реставрацию в Выборге трех памятников архитектуры. Первый транш от Министерства культуры, почти 175 миллионов рублей, потратят на восстановление часовой башни, башни Святого Олафа Выборгского замка и башни ратуши, сообщает пресс-служба областного правительства. Подрядчикам предстоит отремонтировать кровли, фасады, полы, лестницы и кладку исторических объектов, а также провести благоустройство территорий. По информации областного комитета культуры, часовая башня и башня Олафа будут реконструированы за 2 года. Башню ратуши рассчитывают восстановить за год. Ранее из бюджета Ленинградской области было выделено 100 миллионов рублей на реставрацию в Выборге 10 памятников регионального значения.